Всем привет, с вами снова Аркадий Панкрат, и сегодня у нас на обзоре будут две пивные противоположности. Первое — это имперский стаут, и второе — это немецкое крепкое пиво со вкусом конопли. Погнали! Итак, вот эта вот скляночка перед вами и есть имперский стаут. Clinical Medical Stout. Купил я его совершенно случайно, гуляли мы по Жироне, вот по этим маленьким узеньким улочкам старого города, и в витрине одного из магазинов, среди прочего пивного ассортимента, я увидел вот это вот. Вот это вот меня заинтересовало, я зашел в магазин, спросил у продавца, что же это такое, он мне сказал, что это стаут, и я сразу же его купил, ну, потому что мне было просто любопытно. Стоит вот эта вот склянка объемом 200 мл 2 евро 95 евро центов, и информации о ней мне удалось собрать совсем немного. Что же я знаю про это пиво на данный момент? Итак, во-первых, производится это пиво крафтовой пивоварней La Calavera, что переводится как «череп», и расположена эта пивоварня в Жироне. Второе, как и многие крафтовые пивоварни, La Calavera стремится выделиться на фоне остальных за счет броских запоминающихся названий своего пива. Среди их ассортимента есть ограниченная серия черного IPA, которая называется The Piece of Cat. Надеюсь, переводить не нужно. Третье, наш сегодняшний пациент относится к стилю имперский стаут. Крепость у него 8,5%. Четвертое, La Calavera — это чисто испанская крафтовая пивоварня, и, насколько я понял, им посрать на весь остальной мир, поскольку если зайти на официальную страницу этой пивоварни, то там представлен всего один язык – испанский. Никаких других языков, английского там или немецкого, я уж не говорю про русский, не представлено. Ну и пятое. Из имперских стаутов у этой пивоварни были такие замечательные экземпляры, как медицинский ирландский республиканский стаут и медицинский водка-стаут. Что это такое за жесть, даже мне представить очень и очень сложно. Но давайте приступать к дегустации. Мне самому очень любопытно, потому что подача, если честно, доставляет. Всем, кому я показывал эту скляночку, даже не с самого начала понимали, что же это такое. Ну, очень похоже на лекарство, тут и как будто оно выписано по определенному рецепту, номер рецепта стоит и так далее и тому подобное. Плюс еще почерк такой, что фиг разберешься, такой вот медицинский, закорючный, ужасный почерк. Давайте откроем и посмотрим, что же это за зверь-то у нас такой. О. Очень тягучая субстанция такого насыщенного кофейного цвета. Какой-то резкий запах такого горелого дерева, что ли. Какие-то отголоски темного шоколада есть. Ну и, конечно, вот эта вот окантовочка из подобия пены, такого темно-горелого цвета, ну, тоже доставляет. Есть и какие-то кондитерские ароматы. Давайте посмотрим, что это на вкус такое. Во-первых, пиво горькое. Очень хорошая хмельная горечь, которая отлично чувствуется на языке. Градус алкоголя лично я в этом пиве не сильно ощущаю, потому что оно вот этой вот горечью заглушается. И оно, в отличие от того же Лёфе или каких-то крепких других бельгийских элей, не пускает вот эту теплоту через весь твой пищевод. Еще сухость и горечь этого пива, мне кажется, можно сравнить со вкусом кофе эспрессо. Вот этим вот самым кофе, который без сахара, который очень крепкий, который выпивается утром маленькой чашечкой, чтобы взбодриться. Вот что-то есть у них на остатке, очень похожее. Ну, естественно, это не тот экземпляр, который можно выпить дикое количество, но вот посмаковать, посидеть один бокальчик в раздумьях, покурить кальян или сигару, мне кажется, вообще самое то. Еще лично мне довольно-таки нравится, что в послевкусии он оставляет сухость и горечь. Но я люблю горькое пиво, а вот чтобы пиво оставляло сухость, оно встречается довольно-таки нечасто. Но вот в этом имперском стауте вот эта вот сухость очень и очень выдержанная. Мне абсолютно нравится. Стал бы я покупать такое пиво? Я думаю, да, стал, если бы оно продавалось где-то у нас. Вообще, кстати, стоит попробовать
отечественных производителей имперского стаута и посмотреть, что там есть интересного. Потому что многие о нем говорят, многим он нравится, но для меня это пока такая закрытая тема, потому что понять вкус и понять благообразие и прежде всего привлекательность этого стиля для меня, ну, для этого нужно какое-то определенное время, для этого нужно определенные затраты, и для этого нужно проникнуться всем этим. То, что я нашел в этой скляночке, меня, безусловно, порадовало. И если вы где-то, может быть, встретите вот этот вот Clinical Medical Stout от пивоварни La Calavera, расположенной в городе Жерона, то обязательно возьмите попробовать, мне кажется, вы не разочаруетесь. Ну а теперь пиво с коноплей, и что же мне удалось нарыть про это пиво? А удалось нарыть сравнительно немного. Первый, официальный сайт пивоварни напрочь не работает. Видимо, это собратья тех самых распиздяев, которые варили пиво с коноплей из обзора веселого Ниндзи. Второе, на этикетке написано, что это крепкое пиво, 8% алкоголя. Третье, пиво варится в Германии, поэтому составом тут все довольно-таки просто. Вода, ячменный солод и хмель. В отличие от конопляно-пивного напитка, который Ниндзя обозревал в видео под номером 46, на этой бутылке написано, что внутри находится именно пиво. Четвертое. На задней этикетке представлена цитата алхимика и философа Парацельса на латыни. Дескать, пиво – это божественное лекарство от всех болезней. Ну, что тут говорить, пожалуй, соглашусь. Ну а теперь давайте открывать и пробовать, посмотрим, что это за зверь такой. Пена есть, но небольшая. На просвет это ярко-желтое, но мутное пиво с ленивыми пузырьками, которые поднимаются кверху. Пена небольшая, кремовая по структуре и очень быстро исчезающая, буквально на глазах. По запаху лично меня это пиво не привлекает. Какой-то очень насыщенный такой солодовый оттенок, который я, если честно, не очень люблю. Плюс ко всему в пиве чувствуется какой-то вот такой вот аромат, свойственный дешевому бомжатскому пиву наподобие Карловой Короны. Меня он немного смущает, потому что никаких дополнительных ароматов, свойственных хорошему, качественному лагеру, я в нем не нахожу. Давайте попробуем. Что я могу сказать из плюсов? У этого пива довольно-таки неплохая карбонизация и не чувствуется сильного алкоголя, который, ну, свойственен многим сортам российского крепкого пива. Алкоголь сдержанный и вообще абсолютно не напрягающий. Если вы пиво охладите достаточно хорошо, то можно просто потеряться и пить его как простой ненавязчивый лагерь. Однако вот эта вот маркетинговая фигня, которая находится на этикетке типа «конопля», ну, я не знаю, она никак не подчеркнута, она никак не отображена в этом напитке. Я вообще не чувствую ничего ненатурального в этом пиве, никаких ароматизаторов, никаких консервантов, чтобы как бы добавляло ему какой-то схожести с коноплей. Это просто обычный лагерь с душком дешевого пиваса и ничего более. На остатке у него не чувствуется никакого хмельного благоухания, которое бы подчеркивалось качественными сортами хмеля. А чувствуется обычная водянистость, пиво просто пролетает внутрь, и на языке не остается ничего, абсолютная пустота. Горчинка у этого пива очень слабая, и вкус на остатки как будто бы замыливается. То есть если имперский стаут был подчеркнуто сухой и горький, то вот здесь вот чувствуется какая-то такая патошная размытая сладость, которая, если честно, мне не очень нравится. Но я подчеркну, что здесь она весьма не сильна, потому что у пива довольно-таки неплохая карбонизация и нету никаких дополнительных примесей во вкусе. Мне бы хотелось чего-то более взрывного, чего-то насыщенного. Ну и, конечно, уйти вот от этого классического рецепта, ну и добавить сюда каких-то консервантов или, может быть, ароматизаторов, чтобы в этом пиве чувствовалась аналогия вот с этим растением. А так в нем не чувствуется абсолютно ничего удивительного. И вот это вот пиво я бы поставил в разряд с крепкими сортами пива из Германии, которые называются зимние. Они выпускают их сезонно и пьют зимой, потому что у них повышенная крепость. Ну не 8%, по-моему, там 6,8, что-то в районе 7, 7 с небольшим.
обычное зимнее пиво, ну, можно попонтоваться в толпе, что типа, а, у меня пиво с каннабисом. Как сувенир? Да, зашибись привезти из страны и показать своим друзьям, что вот, я привез пиво с коноплей. Но когда вы дадите это пиво попробовать своим друзьям, они, я думаю, просекут всю фишку и скажут, блин, чувак, ты принес какую-то хрень, это же обычное пиво. Ну а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, отмечайтесь в комментариях и напишите, как вам моя новая локация, в которой вот я снимаю уже второе видео. Я по чуть-чуть как бы экспериментирую, снимаю разными камерами. Прошлое видео я снимал на iPhone, это я снимаю на мою Legrio Mini X. В общем, расскажите, как свет, как вообще качество звука и так далее и тому подобное. Я вот еще думаю на задний план что-нибудь повесить такое интересное, чтобы не так скучно было в кадре. Но это, в общем, все постепенно. Мы развиваемся, идем вперед. До новых встреч!